Здравствуйте, вы смотрите ТНТ Поиск, это новости пятницы и главные темы выпуска. Миллион клинских георгиевских ленточек уже по всей стране. ПТГО выполняет победный заказ. Все думают, что уже нету предприятия, а мы еще работаем. Лицензия есть, денег нет. Бывшие таксисты лидера написали заявление в прокуратуру. Есть факт нарушения трудового законодательства. Карась поселился в майдановских прудах. Рыбачить пока запрещено. Караси наши местные. Вот, этих прудов воздвиженских. Никаких сладостей и больше белка. Правильное питание от клинских школьников. Есть здоровую пищу. Кашу, борщ, фрукты, овощи.